любой момент, ну, начиная с 14 лет, соответственно, то есть, пока у вас паспорт появился, тогда можно уже, вот, вы можете вступить в наши ряды. О кадровом вопросе, проделанной работе за текущий год и открывающихся перспективах для михайловской молодежи говорили на очередном заседании молодежной администрации под руководством Алексея Фомина 29 ноября. За 2018 год были проведены организованные мероприятия различной направленности. Патриотизм, ЗОЖ, толерантность – это лишь несколько направлений, затронутых нами в ходе работы. Молодежная администрация создана в целях изучения проблем социально-экономических отношений в Михайловском районе для разработки и внесения инновационных идей и предложений, развития и реализации профессионального, научного, творческого и личностного потенциала молодежи Михайловского района, привлечение ее к решению задач, стоящих перед администрацией района, получение членами молодежной администрации знаний и практических навыков в области муниципального управления, подготовки молодежи к профессиональной деятельности в составе отраслевых органов администрации Михайловского района, формирование и обучение кадрового резерва из числа социально активной молодежи, взаимодействие между молодежными общественными объединениями, учебными заведениями, организациями при реализации молодежной политики в Михайловском районе. Также проводился анализ действующих нормативных актов в сфере молодежной политики и подготовка предложений с целью их совершенствования. Как вы можете судить, проделан немалый объем работы, что не может не радовать. Но, делая анализ работы по итогам рейтинга молодежного правительства в Рязанской области, хочется отметить, что одно из четырех направлений оказалось провальным. Такие пункты рейтинга, как взаимодействие с администрацией муниципального образования – Михайловский муниципальный район, взаимодействие с молодежным правительством Рязанской области, информационная работа, то есть освещение своей деятельности в СМИ, можно оценить на твердую четверку. Это 5-е, 4-е и 7-е место из 20 муниципальных образований соответственно. То есть, в принципе, 7-е место по работе. То есть, вот 4-е, 5-е место, по сути дела, мы вошли в 5-ку по области, и это достаточно неплохо. Алексей Фомин сообщил об обновлении состава администрации. В него вошли активисты Михайловской средней общеобразовательной школы номер 2 Полина Малина и Александр Горохов и ученица Михайловской средней общеобразовательной школы номер 1 Карина Журавлева. Наталья Быстракова, Александр Каратаев, Евгений Быстраков. Специально для Михайлов ТВ.